себя расплескать. То есть остается уже чувство, вот я что могу, то могу, то делаю. И уже за что-то новое, там, например, поехать в Италию насмотреться прекрасно, там, в Испанию, в Голландию. Там, и ты увидишь еще новое, и тебя тряханет. И ты захочешь и меняться, и все. Но уже это тоже очень важное чувство. Сохранить себя не расплескав. Потому что если есть какая-то идея и есть что-то, сделать то, что ты можешь. Потому что ты понимаешь, что жизнь не бесконечна. Когда мне было 40-50, ну и до этого, я понимал, она бесконечна. Я и так могу, и это хочу, и туда, и туда. А тут уже понимаешь, вот какую-то собранность внутреннего содержания, что вот я вот, если этим справлюсь, вот знаешь, как вот с, этой, вот с одной задачей какой-то вот справлю, это уже будет вообще вот мой подвиг. Найти свой подвиг, вот я каждому человеку, свой подвиг, что ты хочешь, как ты хочешь выжить. Потому что можно, говорит, и как этот, на трубе играть, и швец, и жнец, и на трубе игрец, и то, и все хочется, молодости понять, почувствовать, пережить. И вот это тоже качество и чувство, мне тоже хотелось все объять необъятное. Потом кто-то мне объяснил, что ты никогда не поймешь там содержание космического пространства, какого-то атомного реактора движения там. А мне казалось, я все смогу понять и познать. А потом мне вот кто-то объяснил, что и атомные реакторы, и космические какие-то вот эти, я никогда не освою. Нет, ты это как-то присмирился. Присмирился. Может, не надо. Даже внутреннего сгорания там я и то что-то думаю, ой, я с этим не справлюсь, да, вот, с системой. И поэтому как бы вот приходишь к такому содержанию, уж когда ты видишь, что жизнь уже туда два шага, а тут уже пройдено все-таки период. И вот чтобы не лез... Вот, мне это нравится, это качество... И оно мне тоже нравится, не расплескать себя, да. Остаться хоть сделать вот это, как, знаешь, заточить карандаш вот. И сделать, ну, вот ту идею, которая еще существует пока перед тобой. Вот это тоже, я никогда этому не задумывался, поэтому это как бы откровение такое, что вот делать, что ты можешь, что ты готов сделать это, там, вот, мозаики, вот я в этом как бы вот, ну, в общем... Что-то мама вот... моя говорила, что я уже теперь говорит, не планирую на день там кучу дел. Одно дело. Одно дело. Какая вот. Радость, как здорово. Одно дело. Одно дело. А то... Какое-то. 50, 30, и на танцы, и с девушкой, и туда, и сюда, и книжку прочесть, и это, ну и это, и это, и это, и то. И еще это. А тут уже один день. Ну давайте, мои дорогие. Ну давайте за. Мудрость жизни. Это жизнь нас учит. Не я так пришел. Это жизнь нас вот это учит. За мудрость жизни. За ее цветение, Феликс. За цветение жизни. Ой, всегда. Всегда.